В интернете появилось видео страшного ДТП, которое произошло в субботу в Лежневском районе. На повороте ВАЗ-2101 заносит прямо под колеса встречной Toyota Land Cruiser. Водитель ВАЗа – мужчина 1937 года рождения, и пассажирка, примерно его ровесница, скончались на месте аварии. Водители и пассажиры на марке серьезных травм не получили. Женщина за рулем Toyota была трезва. У погибшего водителя ВАЗа кровь взяли на исследование. Вероятнее всего, он был трезв и просто не справился с управлением.